Это какой-то подземный ход. Тим, это просто, наверное, здание какое-то обвалилось. Там точно портала нету. И вообще, у меня уже в ушах звенит от этих заброшек. Маш, ты ничего не слышишь? Я слышу. Это еще что такое? Тима, Маша, посмотрите, какой-то человек сидит, плачет. Странно, мне вообще показалось, что это какой-то камень. Камень там действительно лежит, вон дальше человек сидит. Смотрите, он уже поднялся. Ого, какой здоровый! Да это вообще не похоже на человека. Тима, а ну на, заведи в гугле, это может быть очередной SCP. Кто это? А чё он рыдает? Аж сюда слышно. Может, его кто-то обидел? Не знаю. Тима, ты нашел уже какую-то информацию? Может, подойти к нему? Да, нашел. Тут мне выдало SCP-096 или скромник. А кто его обидел? О! Маша, не смотри на него! Ему нельзя смотреть в лицо! Он что, опасный? Да, это очень опасный SCP. Скорее уезжай, иначе он может нас уничтожить. Да, едем. Смотрите, сиреноголовый. Зачем мы остановились? Теперь там сиреноголовый, там скромник, на которого нельзя смотреть. И как мне ехать? Сиреноголовый остановился. Наверное, он боится скромника. Все, едем, пока нас двое этих не завалили. Ну и денек сегодня. Ну, приключения так себе. Хорошо, хоть живые остались. Получается, портал открыт, а из него к нам лезут всякие монстры. А что вообще известно про этого скромника? Как от него можно избавиться? Ну вот смотри, что я про него прочитал. Как правило, SCP-096 чрезвычайно спокоен, и обычно он сидит и рыдает. Уже хорошо, хоть не буйный. Однако, когда кто-то видит его лицо, он переходит в состояние крайне эмоционального переживания. Это как? Начинает кричать и бежит к тому, кто увидел его лицо, чтобы уничтожить. Вот это и печально. Ведь получается, что от скромника будет тяжело избавиться. А я предлагаю написать записку Cartoon Cat. И пусть он объяснит, как загнать всех этих SCP в портал и закрыть его. Все, я пошла за ручкой.
А я считаю, что Cartoon Cat нам не поможет. Он сам боится некоторых SCP. Давайте попьем чаю и решим, что нам дальше делать. Теперь все, что происходит на этом фото, легко объяснить. Что ты имеешь в виду? Смотри. Здесь Cartoon Cat, сиреноголовый и долговязая лошадь. Все они на этом фото убегают от скромника. Знаете что? А я считаю, что надо все-таки в интернете поискать информацию, где находится этот фонд SCP или хотя бы их координаты, чтобы выйти на любого сотрудника. Меня эти приключения уже вымотали. Я хочу есть. Предлагаю заказать пиццу. Я согласен. Этот скромник, он к нам домой не доберется? Нет, я так понял, он активничает, когда кто-то смотрит ему в лицо. И поэтому у нас дома он точно не появится. Наверное, сейчас у себя в кустах сидит и рыдает. Тим, у меня что-то телефон заглючил, нету связи, дай свой, не могу в пиццерию дозвониться. А, да, держи. Стоп, у меня тоже нету связи. Подождите, я сейчас свой проверю. У меня тоже нету связи. Но у нас у всех разные операторы. Что это может значить? Это может значить только одно. Сиреноголовый где-то рядом.